Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, красивые породы лошадей нравятся многим. Скакуны скакунами, но иногда стоит упомянуть и не менее, а возможно и более важных братьев их меньших. Встречайте не популярное ныне слово, а самого настоящего, не оправдывающего людские оскорбления осла. Он же ишак, одомашненный потомок дикого осла, сыгравший важную историческую роль в развитии хозяйства и культуры человека и по-прежнему широко распространенный в хозяйстве многих стран. Великими умами доказано, что осел использовался в качестве рабочего животного не менее 5000 лет, а первые ослы были одомашнены около 3000 года до нашей эры, вероятно, в Египте или Месопотамии, откуда и распространились по всему миру. Кстати говоря, все одомашненные ослы относятся к африканским ослам. Попытки же приручить куланов, азиатских ослов, всегда оставались безуспешными. И в то время как число одомашненных видов осликов постоянно растет, их предки, африканские дикие ослы, являются исчезающим видом. На всей планете их осталось меньше 1000 особей. Людишки, приручившие африканских ослов 5000 лет назад, были уверены, что получили себе в услужение туповатое и послушное верховое животное. Однако младший братец коняшек настолько оправдал ожидания, что человеки начали массово вывозить его из прерий Северной Африки и распространять по всему миру. Конечно, быстрые и грациозные лошадки скинули ишаков с пьедестала всеобщей любви и заняли место самого популярного наземного транспорта Евразии. Только вот у длинноухих малышей был свой план Б. Они отправились работать в качестве экспедиторов и дальнобойщиков древнего мира. А данные для такой работы у них были: среднестатистический ишак высотой в 90 сантиметров способен утащить до 130 килограммов поклажи. А особо крупные породы, вроде пуату, таскают на своем хребте по 300-400. Спустя какое-то время лошади, конечно, позарились и на эту нишу. Среди них появились породы тяжеловесов, но заменить осликов на этом поприще им не удалось. Все благодаря врожденной флегматичности и неприхотливости этих созданий. Для нормального функционирования ишаку достаточно жестких трав и небольшого количества воды. Да и жару, сбежавшие из Африки не до лошади, переносят куда лучше капризных лошадок. Увы, соревноваться в выносливости в 21 веке с комбайнами и машинами нереально. Когда технический прогресс стал отбирать у копытных работу, ослы решили, что пора бы показать человечеству свою вторую профессию – специалиста по общению с животными. В развитых странах ослиные хитрецы нашли себе две области для работ. Некоторые из них стали специалистами по психологической поддержке коней, ведь запущенный в стадо лошадок ослик значительно улучшает психологический климат. Другие ослы нашли свое призвание в качестве сторожевых животинок. Врожденные спокойствие и интеллект вкупе с подходящей дрессурой делают из них настоящих охранников. Копытные секьюрити водят овец и коров по заложенным в память маршрутам, а в случае необходимости осел бросится защищать стадо от незваных гостей. Ну а мощные ноги и крепкое кусало позволяют дать отпор не хуже собаки. В зависимости от породы ослы могут иметь рост от 90 до 170 сантиметров. Высота породистых ослов может варьироваться от размеров пони до размеров хорошей лошади. Наиболее крупными
считаются представители пуатуской и каталонской пород. Вес взрослых ослов от 200 до 400 килограммов. Окрас зависит от породы. Кстати, у ослов только 5 поясничных позвонков, когда у лошади 6. Также осел имеет хвост с кисточкой на конце, как у коров. У ослов большие уши, которые могут улавливать звуки на больших расстояниях, либо помогают охладить кровь осла. Ослы приспособлены к пустынным землям. В отличие от диких лошадей, дикие ослы в сухих районах ведут одиночный образ жизни и не образуют гаремов. А что же там с ослиным упрямством? Да, ослы имеют пресловутую репутацию упрямства, но это объясняется гораздо более сильным чувством самосохранения, чем у лошадей. Ослы тонко понимают предел своих физических возможностей и не позволяют человеку переходить его, наваливая на них непосильную ношу, либо заставляя осла работать до полного изнеможения. Когда же человек заслуживает доверия ослов, они могут стать для него дружелюбным партнером и очень надежным в работе. Хотя исследования их поведения и интеллекта довольно скудны, ослы выглядят довольно умными, осторожными, дружелюбными, игривыми и всегда стремятся к обучению. Хотят любви ослики чаще всего весной. Рождается один, редко два осленка. Нормально считается беременность, длящаяся от 11 до 14 месяцев. Осленок питается молоком до 6-9 месяцев. Траву начинает пробовать уже через 2 недели после рождения и достигает полного роста к 2 годам. Еще одним однозначным преимуществом осла-пастуха является срок его жизни. При надлежащем уходе и питании непарнокопытный страж сможет дожить аж до 50 лет. Конечно, некоторое время ему придется потратить на подготовку к своей работе. Первый год осленок проведет рядом с мамой. Половину этого срока он будет питаться молоком. Год малыш потратит на взросление и дрессировку. Да, собак обучать быстрее и дешевле, но еще ни одна собака не смогла прослужить человеку столь длительный срок. А кого бы вы выбрали сторожить дом? Ослика или собаку? А может быть обоих? Пишите свое мнение в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!